Итак, сегодня 12 января 2023 года. То есть в Мюнхене есть такая штука. Вот это у нас Джульетта. Вот, таких статуй три в Мюнхене. И одну я видел в Венеции, во Флоренции. В основном, конечно, первую я видел во Флоренции, а это вот у нас она тут. Кто-то ей окурок дал в руку. Вот, так что вот. А в Мюнхене их три. Все три когда-нибудь покажу. Нахожусь я сейчас в районе университет. Вот, и это у нас Леопольд Людвигштрасс. Людвиг. Вот, вот здание университета такое. Тоже итальянский стиль. Вот, и ворота Победы. Какой Победы, не помню. Но суть не в этом. У меня-то была мысль вот о чем. Что... Сейчас, секундочку. Я присяду вот на скамеечку. Тут сделали новые скамейки. Тут можно посидеть спокойно и поговорить. Вот. А значит, мысль была моя какая? Что мышцы, например, что ну, там, используя, то потеряешь. Это понятно, это все, это ясно. Мышцы и связки, и кости, и что-то еще, суставы я тренирую сам по себе и даю задания. То есть, например, там, ну, я знаю, что там надо какую-то мышцу потренировать, или там, например, ослабло, или еще что-то. Ну, грубо говоря, я это делаю сознательно. Любой человек это делает сознательно, сама по себе мышца. Если ее не тренировать, или если ей не пользоваться, то она ослабнет, захереет и так далее. И отвалится за ненадобностью, грубо говоря. Ну вот насчет мозга. Мозга у меня вот это вот что? Мозг, да, и вот это я сформулировал. У мозга есть некоторые алгоритмы решений, которые есть как бы опыт. Есть опыт решения каких-то проблем определенным образом. И вот тренировка этих проблем, тренировка такого мышления происходит таким образом. Я так думаю, это чисто мое измышление. Мозг ищет на подсознательном уровне задачи во внешнем мире, которые могут быть решены этими алгоритмами, которые мозг имеет. Таким образом, человек, не осознавая того явно, натыкается случайно на те задачи, которые... при решении которых мозг отрабатывает алгоритмы своих действий в определенном образом. При этом, значит, мозг подкидывает задачу, ну, на бессознательном уровне, подкидывает решение, у него уже есть, и подкидывает также и несколько решений, которые неправильны для того, чтобы человек сознательным образом, в сознании в своем, мог сделать такой вид, что он думает, что он размышляет, что он сделал там какое-то там какие-то действия, что он там что-то взвесил и каким-то образом решил ту задачу уже сознательным образом. Хотя на самом деле решение было уже принято до того, как была поставлена задача. То есть задача была придумана под решение, скажем так. Вот. И еще одна вещь, которая до меня дошла сейчас, что, видимо, вот эти вот алгоритмы решений и какие-то мыслительные процессы, они, как сказать, они имеют некоторую специфику. То есть в мозгу есть условные, там, я не знаю, длинные мышцы спины. Или в мозгу есть, там, я не знаю, еще какие-то прямые мышцы живота. Вот. И они разные. И для их тренировки нужны разные задачи мыслительные. То есть где-то надо таблицу умножения повторить, а где-то надо иностранные слова поучить, где-то надо стихи, например, поучить. Вот такого типа. Но так как я, ну, то есть я как человек в сознательном виде не понимаю этого, то есть я не знаю, что там внутри происходит, и не могу знать об этом, и не знаю, что мне нужно, учить стихи или таблицу умножения повторять. Вот. То есть не так, как с мышцами, когда тут явно,
что я это как бы какую-то делаю, там какие-то упражнения делаю или просто делаю какую-то работу. И понятно, что у меня где находится. А в мозгу непонятно, что где находится. И непонятно, что из них тренируется при каких условиях. Поэтому мозг как-то на бессознательном уровне, непонятном для меня и совершенно незаметном для меня, подкидывает мне те самые задачи, при решении которых эти алгоритмы тренируются. Вот так вот. Странная вещь. Но вот так вот я думаю. Все, пока.